большое количество именно. Конечно, за последнее время рождаемость у нас несколько снизилась, но она остается на высоком уровне еще. У нас все равно же остаются случаи материнской смертности. На сегодня у нас некоторые снижения этих показателей, но он еще остается высоким среди стран Центральной Азии и Восточной Европы. Школа родительства, она поможет нам для того, чтобы ребенок рождался желанным, ребенок рождался здоровым. Мы должны осознавать, что ребенок родится только от здоровой мамы и от здоровой папы. Прежде чем зачать ребенка, они смогли обследоваться и поставить перед собой вопрос, а здоров ли я для того, чтобы у меня родился здоровый ребенок. В материнской смертности у нас на первом месте экстрагенитальные заболевания. То есть женщина, она не подготовлена. Мы иногда выявляем те заболевания, о которых женщина не знала, о том, что у нее пороки развития были, или какие-то сосудистые осложнения были. То есть они поступают уже в роддом в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом. Когда выводить из этого состояния очень тяжело.